Всем привет! Я начинаю наконец-таки снимать на GoPro. И сегодня у нас... Да. И у нас сегодня будет забавный день. Мы думали, что мы проведем его абсолютно полностью дома, но как оказалось, что нет. Мы пойдем такое... Блин, как описать это, даже не знаю. В общем, для вас это будет нечто, я так полагаю. Я к этому уже более-менее привык, наверное. Мы пойдем туда, где будут людей подвешивать на крюки за кожу. То есть это называется подвесы, для тех, кто в курсе. Я понимаю, что большинство зрителей моих вообще никак не связаны с этим, и вам будет довольно-таки интересно посмотреть, как это происходит, и почему людей подвешивают за кожу на крюки, и что и там будет. Почему они на это соглашаются? Да, да. Вот. И вот Карина тоже первый раз в жизни посмотрит на такие вещи. Мы вместе посмотрим. Да. Ну что, вот мы уже и почти доехали до места. Я думал, что это будет какой-то заброшенный завод или что-то в этом роде. Но, как оказалось, мы... поле. И где-то сейчас здесь, на дереве, кого-то будут привязывать к дереву. И сейчас, в общем, вы все это увидите. Прикольно. Я давно не был на такой природе. Лопухи какие-то. Там Карина прячется, как хатика. Вот. Березки вон. Красиво. Этот человек сегодня будет людях дырки делать. И потом, а можно так кого-нибудь толкнуть, интересно, кто-нибудь будет кататься? Возможно. Это сегодняшние жертвы здесь. Да, поболтаем с тобой. Ты говоришь, четвертый раз уже подвешиваешься. За какое место ты сегодня собираешься подвешиваться? За брюхо. За живот? Да. А тебе там кишки не распорятся, нет? Нет. Какие? Что ты испытываешь? Что ты испытываешь? Какие-то эмоции? Можешь описать что-то? Я понимаю, что сложно. Адреналин. Адреналин только и все. Чувство полета, адреналин. Ну а так какие-то в голове, что у тебя вообще в этот момент? Пустота? Ничего нет? Меня вот там вообще давай поболтаем с тобой. Зачем? Расскажи, какие эмоции ты хочешь испытать сегодня. Не знаю, поэтому я решила подвесить. Как вообще можно, нужно жить так спокойно, живешь себе жизни своей, такой, блядь, подвешусь. Это дело, чтобы туда кровь прилила? Да, чтобы кайфами было. А, да? Брызги. Брызги что были? Как в аниме. Нет, чтобы мой прокол уже оказался не таким болезненным после моего массажа. Олень! Привет! Как интересно! Готов! Всем так, все, готов? Раз, два, три. Это пройденный этап. Ерок! Ты жив? Да. Ну как? Нормально. Так, еще раз готов, сейчас крюк пройдет. Давай, раз, два, три. Ура! Кайф! А то, что там что-то вот это нормально? Это жир. Я думал, я сознание потеряю почему-то, если честно. Тихо. Че, можно тебя сфоткать? Хорошо. Звук раздражает его, наверное. Ну да, да, наверное. Чувствуешь невесомость? Нет, я понимаю, что я вису на двух крюках. Просто ногам прикольно. Ну что вам сказать, ребята, я тоже собирался сделать... То же самое, хотел подвеситься, но сейчас, посмотрев за этим всем, я понял, что мне еще рано. Я, конечно, немножко псих, татуированный, там пирсинг у меня был и все такое, и с людьми общаюсь с такими, но я, блин, если честно, пока очень сильно боюсь этого. Видеть, как под кожей жир просто как-то, как сказать, вываливается, и тебя прокалывают насквозь, и ты на своей коже висишь, это крайне... Блин, я не знаю, это не укладывается в моей голове пока что, но мне кажется, что недалек тот день, когда я все-таки это сделаю. Я мог бы и сейчас, например, предложить, что я хочу подвеситься, но я, если честно, ну, я очкую, короче. Здрасте. Я заболел, поэтому видео выходит редко. Опа, сразу движение, как только Карину камеру поворачивается, сразу. Юбку подтяни. Чё, Кари, короткая. Вот ты вот так кружишься, ветерочек тебе подует, и все будет у тебя наружу.
Когда сюда никакая камера не наведешь, так сразу вот это все. Да? Все. Она обиделась теперь. Что ты скажешь своим зрителям? Это твои зрители. Нет. Многие уже и твои зрители. Кто-то смотрит видео из-за меня, кто-то смотрит из-за тебя, кто-то смотрит из-за нас. Арина, что ты скажешь именно своим зрителям, а такие есть наверняка? Не знаю. Ну что, ты не хочешь обратиться? Вот. Почему ты такая неинтересная? Вот ты только берешь своими танцами, да, и вот этим кривлянием. Почему ты не можешь донести еще что-то, помимо этого? Слушай, настроения нет. Что у тебя его нет? Снимай видео, части выглядывай, но у меня нет настроения в нем участвовать. А ты части выкладывай части, раз в неделю редко. Надо части. Я просто мотивирую его, чтобы он выкладывал видео. Если этого мало, надо еще что-то делать вместе. А он все не хочет. Вот я к нему приехала с хорошим настроением. Он все болеет. Ай, блядь, да больно же, хрен ли ты...